Овен, сегодняшний день способен подставить вам подножку буквально на ровном месте. И, вероятно, связано это будет с финансами или неприятным выяснением отношений. Старайтесь действовать обдуманно, а не скоропалительно. Телец. Сейчас ваша карьера и репутация находятся в ваших руках. К тому же и обстоятельства сегодня на вашей стороне. Так что есть все шансы побороться за лидирующее положение. Близнецы. Приложив не такие уж титанические усилия, сегодня вы способны сделать приличный рывок на поприще накопления знаний, повышения квалификации, обучения и воспитания. Рак. Сегодня, чтобы не навредить себе, похоже, вам придется держать в ежовых рукавицах рвущиеся на волю отрицательные эмоции. Но вы с ними справитесь, если будете помнить о том, что события в вашей жизни и жизни окружающих зависят в первую очередь именно от вас, а не от кого другого. Лев. День благоприятный. Причем сегодня успеху в делах не в малой степени поспособствуют ваше обаяние, дружелюбие и удачное стечение обстоятельств. Возможны интересные встречи и знакомства. Дева. Сегодня вероятны серьезные и важные разговоры, подводящие итог какому-то жизненному этапу или личным отношениям. Настраивайтесь на лучшее, и этот день принесет ощущение ясности и понимания происходящего. Весы. День ответственный и благоприятный, ведь сегодня, вероятно, максимального раскрытия ваших потенциальных возможностей и вашей власти над собой и другими. Скорпион. День, в общем-то, неплохой, особенно если вы воспользуетесь своими незаурядными дипломатическими способностями, чтобы не тратить время и силы на конфронтацию, которую легко можно избежать. Стрелец. Личное обаяние, легкость в общении и в то же время уверенность и четкость изложения собственного мнения создадут в глазах окружающих образ приятного собеседника и компетентного специалиста. Козерог. Споры и конфликты в этот день не решат вопросов, а вот терпение способно расставить все точки. Похоже на то, что сегодня вам будет необходима поддержка родных и близких. Водолей. Успешно станут складываться многие дела и отношения, а проявление хорошего вкуса и манер еще больше усилят вашу привлекательность и сыграют вам на руку. Рыбы. День неоднозначный и в некотором роде очень противоречивый. Возможны и слезы, и смех. Но учтите, что не все контакты сегодня будут приятными. Поэтому, чтобы не навредить себе, лучше уйти в тень.